демонстрация работы контракта нефтенафти, смарт-контракта для NFT-токенов. Значит, вот он наш контракт нефтенафти. Исходный код. Мы его компилируем. Как видим, компилируется без ошибок. И мы его деплоим в тестовую сеть RingBuy. При деплое указывается 4 адреса владельцев контракта. В тестовой сети указываем свои 4 адреса, на которые потом будут распределяться деньги. Оп. Готово. Deploy. Завершу. Переходим на транзакцию. Вот наш контракт. Теперь мы его будем верифицировать. Верифицируем. Готово. Вот у нас контракт верифицированный. Теперь мы смотрим, что у нас тут есть в параметрах. Вот у нас max total supply 9999, цена минтинга, дата начала минтинга, цена пресейла, дата начала пресейла, цена минтинга по вайтлисту и дата начала минтинга по вайтлисту. Все. Значит, и владелец контракта. Вот у нас адрес CA196. Теперь для того, чтобы начать минтинг, нам надо задать все вот эти начальные даты. Переключаемся на кошелек владельца. Вот он. И от его имени берем, задаем. Вот у нас текущая дата. Сейчас вот. Задаем ее везде через функции задания времени. Так, поехали. Оп. Значит, вот у нас идет дата начала минтинга, ставим. Теперь дату начала пресейла устанавливаем.
и дату начала минтинга по вайтлисту устанавливать. Готово. Все три даты выставлены. Можем сейчас проверить это на странице чтения контракта. Вот у нас Min Start Date стало, Pre-Sale Start Date и VL Min Start Date. Вот мы все три даты установили. Так. Теперь будем минтить токены. Сначала минтим от обычного кошелька, который не входит у нас в список владельцев. Список владельцев. Идем сюда. И делаем минт. Значит, сюда мы платим. Нам надо заплатить для обычного минта. Нам надо заплатить секунду. Вот такую сумму. Вот такую сумму. А мы заплатим вот чуть-чуть больше, чтобы посмотреть, как оно. Вот наша транзакция минтинга пошла. Есть. Прошла. И мы ее смотрим на Эксплорере. На Эксплорере вот она. Прошла. Значит, 009 ушло на контракт, 001 это сдача, она вернулась опять на адрес отправителя. И вот токен с ID 1001 нефтенафти отправлен тоже на адрес отправителя. Вот. И на текущий момент после этого баланс контракта составил 009 эфира. Вот один токен мы сминтили. Теперь мы сминтим один токен от имени одного из владельцев контракта. Вот он у нас. Переходим. Включаем кошелек. И от имени владельца на адрес любой. Допустим, на адрес... Сейчас любой возьмем. Вот на этот адрес просто левый из сети любой мы минтим токен. Переходим на EtherScan и смотрим. Вот у нас транзакция. И вот токен ID с номером 1, потому что от 1 до 1000 зарезервированы за
владельцами, четырьмя адресами контракта, вот ушел этот токен на нужный адрес. Мы оплатили только комиссию. Мы не платили за минтин токен на вот эти 0.09 эфира. Так, теперь мы возьмем от имени владельца, добавим какой-то адрес в whitelist. Так, вот мы берем адрес, допустим, вот этот, и добавим его от владельца, добавим эту whitelist. Вот сюда мы его добавляем. Этот. Проверяем. Находится ли он в байт-листе? Находится. И теперь от имени этого аккаунта, который в байт-листе, мы тоже сминтим один токен. Так. Вот мы берем и минтим токен. Платим 5 рублей эфира. Поехали. Готово. Переходим на EtherScan и смотрим результат транзакции. Вот он, 1002 токен ушел на и 0.02 эфира, то есть уже мы минтим. Поскольку у нас whitelist, он у нас платит уже не 0.09 эфира, а 0.08. То есть, и вот 0.02 сдача ушла обратно на адрес. А на контракте у нас теперь мы обновляем 0.17, 0.09 плюс 0.08. Вот это за два сминченных токена. И один мы сминтили бесплатно. Теперь проверяем функцию вывода эфира на 4 кошелька владельца. Значит, мы переходим опять на аккаунт владельца и withdraw у нас есть функция withdraw as. Значит, мы указываем количество эфира. Давайте выведем 0.1, допустим. Не весь выведем, а 0.1 эфира. 0.1 эфир, да. Это получается 0.1, это 10 в 17 степени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь мы указываем, какому адресу, какие проценты мы начисляем. 10, 20, 30, 40 процентов от суммы. Вот в сумме это 100. И мы выводим этот эфир на адреса владельца. 0.1 эфир. Готово. Переходим на EtherScan. И смотрим, что у нас здесь. Вот у нас сейчас транзакция обновится, и вот мы видим, как этот 0.1 эфир, он раскидался по процентам, вот по 4 кошелькам. Вот они. 1, 2, 3, 4. Вот это те кошельки, которые мы в самом начале, вот они задавали. 1, 2, 3, 4. Все. Теперь проверяем просто функции смены
просто функции смены, допустим, вот у нас есть. Что у нас есть? Есть у нас задание основного уровня. Зададим. Это будет основной уровень. Подтвердили. Сразу поменяем max total supply. У нас было 9999. Сейчас мы делаем 8888. И тоже отправим. Сейчас поменяем. Теперь смена цены. Вот мы любую цену, у нас три цены. Значит, цена пресейла, цена минтинга и цена минтинга по вайтлисту. Вот мы любую из них меняем. Допустим, у нас здесь было 9.009 эфира, а мы поставим сейчас один эфир, допустим, цену. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пять, шесть, семь, восемь. Вот мы меняем цену минтинга. И теперь у нас минтинг одного токена будет требовать один эфир. Один эфир. Поменяли. Все. Вот теперь отдельный URI для not revealed. Not revealed. Мы его ставим https google.com not revealed. Вот это у нас будет URI для not revealed. Есть. Теперь мы заходим, допустим. Все, все транзакции у нас. Все транзакции у нас прошли. Так. Все, да. Теперь мы заходим на контракт. Здесь вот у нас уже 0.07 эфира баланс. Мы 0.1 выявили. И смотрим наши параметры. Значит, у нас теперь. Значит, у нас теперь max total supply поменялся 8888, и цена минтинга тоже поменялась на 1 эфир. Теперь мы что посмотрим? Мы посмотрим токен URI, допустим, для токена 1. Для первого токена мы смотрим токен URI. Вот. Он not revealed. Он, ссылка ведет на URI для not revealed токена. Теперь мы сделаем Reveal. Reveal. То и смотрим. Токен URI. Для токена ID 1.5 мы смотрим. Все, он уже ведет после ревила на нужный нам тот, что мы указали для уже ревил токен. На этом, в принципе, весь функционал согласно ТЗ, согласованного заказчика.